Чувак, мощно заглубо. Стой! Стой, стой! Опусти! Я... На станке в том весе 45 килограмм. Первый подход к нему выполнит Фурдик Александр, город Видное. Ассистент. 50 килограмм на штангу. Установ 50 килограммов. Фурдик Александра. Город Видное. И более 48 килограммов. Опустите. Защита. Ассистент 50-ти на штангу. Готовится бычок Алена. Старая Купана. Бычок. Вес установлен. Бычок Алена. Первый подход. На штанге вес 53 килограмма. Приглашается Фурдик Александр. Второй подход. Вес на штанге 53. Фурдик Александра. Второй подход. Вот неудачный.
Александра имеет еще один подход. И эти две минуты для подготовки к этому весу. Сделайте 54 на станду. Готовится пешок колеса, Наталья Купановна. Вес установлен, пешок колеса, Наталья Купановна. Категория 48 килограммов. Вес засчитан. Ассистенты 55 на штангу. Готовимся к выступлению. Вес установлен. Действовали Екатерина. Ставит Купавна. Первый подход. Thank you.
56 на штангу, 10 в Екатерина, Ставя Купавна. Второй подход. Вес установлен. Крючок Алена. Ставит Купава. Второй подход. Готовится Жилон Динамина. Рыжова Анастасия, город Ногинск. Заглашается к этому месту.
Вес установлен. Вес защитен. По-прежнему 60 килограмм на штангу. Нестерова Екатерина ставит Купавна. Второй подход. Подход.
зале. Жестко, с прыжочком. Без защиты. Ассистенты 63 на штангу. Вес установлен. Большакова Мария, Старая Купавна. Вес защита. Отправили штангу защиты. Вес 63 по-прежнему. Нестерова Екатерина. Старая Купавна. Третий заключительный подход. Подход неудачный. Ассистенты 64 на штангу. Вес установлен. Большакова Мария, Старая Купавна. Третий заключительный подход. 65 на штангу, ассистенты. Вес 65 килограммов. Установлен желтый альбина. Любимцы. Весовая 8 килограммов. Режиссёр Анастасия готовится 55 килограммов. Вес установлен. Режиссёр Анастасия Ногинск. Второй подход. Вес засчитан. Ассистенты 65 на штангу. Готовится поддубный для новой любви. Вес установлен. И для новой поддубная будет любви. Защита 67 на штангу.
готовит босиком Алина Кубана. Вес установлен босиком Алина. Подход неудачный. Вес на штанге 57. Готовится Жизова Анастасия Нагинская. Вес установлен. Жизова Анастасия. Вес защитен. Ассистенты 68 на штангу. Готовится Трюшка Юлия. Вес установлен. Трюшка Юлия, видная. На штампах 58. Готовится Кузнецова Анастасия Ступина. Вес установлен. Кузнецова Анастасия. Вес защитен. На штанге он вес 69 килограммов. Какой вес ее Кузнецова? Пожалуйста, побыстрее давай делайте при заказе. Шестьдесят девять на штанге. Жилонкина Альбина, Люберцы. Третий заключительный подход. Весовая категория 48 килограммов. Ассистенты 70 килограмм на штангу. Готовится Картузова Анастасия Клин.
Вес установлен. Картузова Анастасия, город Мельчев, Акор. Опекунова Юлиана, город Вильня. Нет, перезаявилась. Поддубная Леонора, третий заключительный поклон. Вес установлен. Опекунова Юлиана, видно. Первый подход. Наш танк по-прежнему 73. И к этому месту будет Трушина. Трушина Юлия. Город Видное. Вес установлен. Подход неудачный. Семьдесят по-прежнему на штанге. Кузнецова Анастасия, Ступина. На штанге 73. Трушина Юлия. Третий заключительный подход.
на штанге вес 73 килограмма. Трушина Юлия Витная. Третий заключительный подход. Ассистенты 74 на штангу. Ассистенты 77 на штангу. Вес 77 килограммов. Атакунова Юлиана Видная. Приглашается готовить весу. Без защиты. Кузнецова Анастасия готовится к весу 77 килограмм. Вес установлен. Кузнецова Анастасия Ступина. Третий заключительный подход. Вес установлен. Установлен Ивановна. Ассистенты 80 килограмм на штангу. Юлиан предзаказалась на вес 80 килограммов. Готовится к весу 80 килограммов. Игнатия Елена. Давайте 63 килограмма. Вес установлен. Игнатьева Елена. Первый подход. Вес установлен. Опекунова Юлиана. Третий заключительный подход.
делать, не опускай руки. Ногами правее, сильнее вверх. Держи. Подход неудачный. А сейчас больше с ним достану. Осталось три участника. Игнатий Илья категория 63 килограмма. И 58, две участницы еще не начинают. 87 на старте. Игнатьева Елена, город Тверь. Второй подход на пути. На штанге 98 килограммов. 100 килограмм на штангу. Мальчишки. Кто на штангу? Готовится Мария Николаева. Если Маша толкает начальник 100 килограмм, то она выходит вперед. И у нее получается стульник, будет толстый 100 килограмм. Пока 176 уходит. Вес на штанге 100 килограммов. Мария Николаевна подводится. Первый подход.
Сергей Защитов, ассистент эстонского ансамбля. Это высшие рекорды для девушек до 20 лет. Толкает и сразу рекорд. Толчки. Путь Галина. Второй подход. И заказывает на третий подход. Фуртик, третий подход какой? 102 на штанге. Фуртик дает 7 минут для подготовки. Потому что кроме нее, после толчка 101 килограмм, желающих нету. Время пошло. 103 на штангу ассистента. Штанги. Время пошло. Готовится и видит фурник. Фурник. Время останавливается. 104 на штангу. Thank you.
Ассистенты, что пять на штангу? На штанге 105 килограммов, если Мария Николаевна толкает этот вес, то не получается в сумме норматив мастера спорта международного класса. И она хочет улучшить и рекорд в своей личной толчке и в сумме две боли. Мария тренируется под руководством Владислава Викторовича Малыгина, президент Московской областной федерации футбольной атлетики и старшего тренера его. Мария Николаева, на самом деле 107 километров, третий заключительный подход. Весовых категориях 48, 53, 58 и 63 килограмма. Самая легкая категория 148 килограмм. Сумма в двоеборье 100 килограмм. И третье место занимает бычок Алена Старая Купавна. Награждается грамотой и медалью Министерство спорта Московской области и памятным призом. Награждение производит почетный мастер спорта, заслуженный ветеран, заслуженный тренер РСФСР,
Лев Чухров. Подольск. Второе место. Из суммы двоеборья 107 килограмм. У Нестеревой Екатерины, также старая Кубана. Также Екатерина получает памятный приз. Грамоту. И медаль. И победительницей чемпионата Московской области 2015 года становится Жилонкина Альбина. Город Люберцы. Ее сумма 122 килограмма в двоеборье. 69 толчки, 53 рывок. Все 6 попыток удачные. Награждается грамотой, медалью и памятным призом. И специальным призом победитель у нас награждается. Ценный подарок. Подожди, девчонки, еще один подарок победительницы. Размер другой дает. Спасибо. Итак, следующая весовая категория 48 килограмм. Ой, 53 килограмма, извиняюсь. Значит, второе место. И сумма двоеборья 112 килограмм. Гаврилина Мария, город Подольск. И победитель чемпионата Московской области 2015 года весовой категории 53 килограмма Полтуга Элеонора, город Люберцы. Также награждается памятным призом, грамотой, медалью и футболкой с логотипом Федерации Международной Московской области. 30 лет поднимать. Ты крутой. Ты великий, легендарный. Да ладно, это факт. Как бы угадишь. Весовая категория 58 килограмм. Самая упорная борьба развивалась именно в этой категории. И третье место. И сумма двоеборья 135 у Картузовой Анастасии, город Клин. Это сколько тратно? Я же привык, ты балуешь. Второе место. И сумма двоеборья 183 килограмма. И три рекорда Московской области среди девушек до 19 лет. Уфордик Ирины, город Винная. Награждается памятным призом, грамотной медалью и специальным денежным призом Федерации за установление трех рекордов Московской области. И победительница весовой категории 58, суммы двоеборья, превышающие на 2 килограмма норматив мастера спорта международного класса, становится Николаева Мария, город Подольск, 192 килограмма, все 6 попыток удачные, 85 рывок, 107 толчок, 192 сумма, награждается грамотой, медалью, футболкой с логотипом Федерации и специальным денежным призом за установление три рекорда взрослых Московской области и за высокий спортивный результат.
Спасибо. И заключительная весовая категория 63 килограмма. Третье место. Сумовый бой 134. У Кузнецовой Анастасии, город Ступино. Получает памятный приз, напоминающий о турнире, о том, что турнир в честь памяти судьи Жоры Григорьевой Михаила Аптекаря. Второе место. Сумма 137. Опекунова Юлиана. Видная. И первое место. Сумма двоеборья 160. Игнатьева Елена. Город Клин. Ее сумма равняется нормативу мастера спорта. Она также награждается специальным денежным призом от спонсоров за показанный высокий спортивный результат. И футбол. Спасибо, участницы.